Картина под названием «Дочь» из серии «Наследие» проекта «Космодримс». И, конечно, здесь главная героиня, моя собственная дочь. Картина писалась почти с натуры, вот на этой самой лестнице. И, наверное, здесь мне хотелось выразить восхищение тем, как дети умеют вдохновляться, мечтать и не быть одинокими. Мы зачастую теряем это, когда вырастаем.